Ну и всем привет, ребята, с вами я, Rush24K, и сегодня в этом новом видео я буду выполнять ваши задания, которые вы мне скинули в моем телеграм-канале. Кстати, ссылка на мой телеграм-канал будет в описании, там я выпускаю разные посты, ну а также делаю сходки с подписчиками, то ж обязательно подпишись. Ну что ж, перед началом видеоролика обязательно, друг, поставь лайк, а также подпишись на мой канал, ну а мы погнали к данному видеоролику. Ну вот и первое задание от моего друга Твизиса, и задание называется так. Сделай самый длинный дрифт без использования нитро. Ну что ж, давайте мы это и сделаем. Сегодня мы будем делать на вот такой прекрасной машине Доминика Торетто. Ну что ж, погнали. Итак, это была всего лишь первая попытка, и я это выполнил за 8 секунд. Ну, как бы это слабенько, давайте мы попробуем второй раз. Можно, кстати, было увидеть, что я где-то останавливался, но все же я это выполнил за 12 секунд. Давайте мы попробуем в третий раз. Ну и в третьей попытке я сделал дрифт за 14 секунд. Результат неплохой, я это задание выполнил. Погнали к следующему заданию. Второе задание от Оли55К. Построй свой скин в Чикингане. Ну что ж, давайте мы к этому заданию приступим. Нам надо поставить сначала какие-то блоки. Если что, скин у меня будет выглядеть вот так. Итак, надо найти какие-то блоки, и с них будем мы строить. Все, нашел блок, теперь мы будем ставить такие поэтапно блоки и что-то построим. Ну что ж, вот я ставлю четвертый блок, ну и давайте я уже покажу вам в конце, что у меня получилось. Ну и вот что у меня в конце получилось. Шляпу и бороду я делал с телевизоров, а глаза сделал с шин. Ну что ж, это задание я выполнил, погнали к следующему. Ну вот и следующее задание от моего подписчика Крутой Чел, и задание называется так. Пройди батл реле PvP только с тем оружием, которое тебе на начале выпало. Итак, у меня пока что нету никакого оружия, может у этого игрока какой-то есть. Я вижу какая-то лазерка, давайте мы попробуем у него отжать. Все, отлично, мы отжали, теперь можно играть с этой лазеркой. Так, пока игроков я не вижу, давайте сбегаем сюда, в этот дом, может тут же какие-то полезные вещи будут. Так, вижу коробку, давайте мы... Блин, тут сразу такие миниганы попались, а если бы на начале мне выпали миниганы, я точно бы прошел этот батл рояль. Стоп, походу... Блин, меня убили, ладно. Ну что ж, вот вторая попытка, давайте мы попробуем пройти этот батл рояль PvP. Так, все, я увидел свою цель, давайте мы попробуем его убить. Может что-то полезное выпадет. Так, вижу, ничего полезного не выпало, но я все-таки пошел к ножу, придется с ножом играть.
Мне кажется, что я вообще не затащу эту катку, а снова проиграю, потому что нож — это слабое оружие. Так, этот игрок на меня заагрился, ладно, давайте, блин, залагало. Так, он на меня идет, давайте мы попробуем его обхитрить, сзади в крысу зайдем, да, иди сюда. Итак, заходим сзади. Блин, меня, не, он заметил меня, все, он меня, да, он меня убил. Ну, зато я занял третье место. Ну что ж, я задание провалил, погнали к следующему. Ну и следующее, последнее задание на сегодня от Хаги Джек. Пройди Элисквад без использования оружия, ну и Бэтмобиля. Ну что ж, давайте мы это и сделаем. Итак, давайте мы будем собирать документы. Так, вижу паучка, тут нету документа, бежим туда. Так, давайте мы соберем первый документ. Есть, первый документ. Итак, сейчас я направляюсь к мусорке, может там какие-то интересные оружия есть, но, к сожалению, я думаю, что ничего не будет. Давайте проверим эту коробку, да, тут обычная аптечка, ничего особенного, погнали дальше. Вот так вот профессионально проходим Элит Сквад и собираем еще один документ. Кстати, у нас в катке читер, конечно, осуждаю, но все же мы, получается, с ним быстро пройдем. Направляемся в ту сторону, потому что там много документов. Вот так вот быстренько сюда залазим. Сейчас паркур сделаем. Не, не получилось паркур. Тоже погнали к этому документу через от дома. Потому что меня просто так мобы могут убить. Есть, забрали один документ, погнали дальше. Да, вижу, там уже читер собрал документ. Ну, осталось еще три документа. Еще один остался. Ага, все, погнали теперь к вертолету. Все, залазим на вертолет и садимся. И ждем других моих тиммейтов. Вот я уже на вертолете, и мы должны были улететь. Но мы все-таки не улетели, потому что произошел вот такой баг в Элит Скваде, что мы улететь не сможем. И разработчик не хочет это фиксить. Ну что ж, я могу сказать, что это задание выполнил. Фух, ну вот и мое видео подошло к концу. Огромное тебе спасибо, что ты досмотрел это видео до конца. Не забывай ставить лайк, ну а также подписываться на мой канал. Не забывай подписываться на мой телеграм-канал по ссылке в описании. Ну а с вами был я, Rush24K. Всем удачи, всем пока, ребята.